Кильтас, ты сделал правильный выбор. Я знаю, что такое жажда магии. Знаю на собственном опыте. Владыка Элидан, ты можешь помочь нам? Ты можешь исцелить мой народ? Это неизлечимо, юный принц. Но жажду можно утолить. Следуй за мной, и твой народ получит столько магии, сколько ему и не снилось. Да будет так, владыка Элидан. От имени всех эльфов крови я присягаю тебе на верность. Встань, юный Кильтас. Будь моей правой рукой и воплощением моего гнева. Что ты задумал, повелитель? Спустя несколько месяцев после поражения легиона на горе Хиджал, меня посетил один из последних владык демонов — Кил'джеден. Иллидан, в прошлом ты был и другом, и врагом Пылающего легиона. Но присвоив силу черепа Гул'дана, ты обрек нас на поражение в этом мире. Я пришел, чтобы дать тебе еще один шанс послужить нам. Что я должен сделать, великий Кил'джеден? Король Лич, мое творение, предал меня. Он нарушил договор, согласно которому должен служить мне. Но его дух все еще заключен внутри ледяного трона посреди ледяной короны. Уничтожь его, и я выполню любое твое желание. Будет исполнено. Не сомневайся. В Даларане я попытался с помощью ока Саргераса растопить ледяную корону. Если бы я смог завершить ритуал, король Лич был бы повержен навсегда. Но тебе помешали проклятые ночные эльфы. Все пошло не так, как я рассчитывал. Потерпев поражение, я бежал в эти пустоши от гнева Кил'джедена, и, похоже, мне придется задержаться в этих краях. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы здесь не осталось его приспешников. Давным-давно после разрушения Дренора жестокий властитель преисподней по имени Мактеридон собрал выживших орков и подчинил себе Запределье. С тех пор его армия стала еще сильнее. Но как ему это удалось? Большинство орков погибло, когда этот мир взорвался. Где он набрал свою армию? Он использовал порталы Нерзула. Те самые, что раскололи этот мир. Некоторые из них все еще работают. Каждый день Мактеридон проводит сквозь них полчища демонов. Тогда мы должны закрыть их. Навсегда. Согласен. Мы отыщем все порталы, и я сам закрою их. После этого мы возьмем штурмом темную цитадель Мактеридона. И тогда Запределье станет нашим. Где демоны? Господин, будь осторожен! Через портал проходят демоны! Кровь и пламя! Thank you.
Или Дан закрывает портал. Мы должны дать ему еще немного времени. Наши войска атакованы! Наши войска атакованы! С удовольствием. Исследование завершено. Недостаточно древесины. Превосходно. Исследование завершено. Исследование завершено. Слушаю. Повинуюсь. Слушаю. Завершено. Хорошо. Я теряю терпение. Исследование завершено. Исследование завершено. Да будет так. Сделаю все, что смогу. Исследование завершено. Да будет так. Кто-нибудь ранен? Как пожелаешь. Приступаю. Повинуюсь. Исследование завершено. С удовольствием. Хорошо. Превосходно. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Хорошо. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Превосходно. Да будет так. Превосходно. Сделаю все, что смогу. Чем могу помочь? Слушаю. Слишком просто. Улучшение завершено.
Слишком просто. Возмездие! Слишком просто. Спасибо вам, чужеземцы. Проклятые орки едва не перебили нас. Если вы хотите покончить с ними, наши лучшие воины пойдут вместе с вами. Что будем строить? Сделаю все, что смогу. Что будем строить? У нас общий. Войска Мактеридона осадили деревню. Если мы поможем Дренеям, они встанут на нашу сторону. Я чувствую нечто неуловимое. Пора в путь. Да будет так. Я в твоем распоряжении. Что будем строить? Чем могу помочь? Исследование завершено. Нужен совет почтенного старца? Если придется, я отдам жизнь на поле боя. Что будем строить? Я слишком стар для всего этого. Я еще помню времена, когда трава была зеленее, свет светлее, тьма темнее, а мана голубее. Я сражаюсь, как... Я в переходном возрасте. С этого света на тот. Исследование завершено. Говори быстрее, пока я еще жив. Завершено. Что это за старуха с косой? Почему она мне кивает? И что рядом с ней делает мой дед? Исследование завершено. У нас общий враг. Чем могу помочь? Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. В чертежах этого не было. Чего мы ждем? Я живу для того, чтобы мстить. Пора в путь. Хорошо. Дело сделано. Я живу для того, чтобы мстить. Нет, нет. Пора все в не путь. Исследование завершено. Да, я сделаю. Чего мы ждем? Сделаю все, что смогу. Превосходно. Хорошо. Да будет так. Хорошо. Сделаю все, что смогу. Хорошо. Дем нашу базу напали. С удовольствием. Тренер. Исследование завершено. Ну чего тебе? Исследование завершено. Исследование завершено. Эльф придумал бы что-то получше. Наши войска атакованы! В чертежах этого нет. Нет, 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 все не так. Да я сделаю. Наши войска атакованы! Я чувствую нечто неуловимое. Хорошо. Я готов. С удовольствием.
Наши войска атакованы! Превосходно! Возмездие! Хорошо. Что будем строить? Превосходно. Хорошо. Я готов. Что будем строить? Сделаю все, что смогу. Ты прерываешь мои вычисления. Твой ход. Что будем строить? Здесь нельзя строить. Наши войска атакованы! Что будем строить? Где демоны? Легко. Чего мы ждем? Дело сделано. Что будем строить? Наши войска атакованы! Я чувствую нечто неуловимое. Я теряю терпение. Я чувствую нечто неуловимое. Слишком просто. Исследование завершено. Господин, похоже, Мактаридон обнаружил нас. Его орки пошли в атаку. Нашим войскам придется сдерживать их, пока мы не найдем порталы. Укажи мне. Хорошо. Исследование завершено. Я поясню. Исследование завершено. Мои вычисления. Наши войска атакованы! Твой ход. Стреляй. Жду приказа. Чего мы ждем? Я пришел. Я чувствую марш. Наши войска атакованы! Сделаю все, что смогу. Укажи мне путь. Не проблема. Приказ поняла. Я готова. Хорошо. Наши войска атакованы! Не проблема. Пощады не будет. Улучшение завершено. Я чувствую магию. Трикс, в кубе наши плюс константа? Ну и чего тебе? Кто вообще одобрил этот план? Что ж, начальник наши всегда наши войска прав. Атакованы! Я чувствую нечто неуловимое. Я готов. Это все. Хорошо. Дело сделано. Исследование завершено. Пора в путь. Я чувствую нечто. Я Акама, старейшина Дренеев. Мы поклялись в верности владыке Иллидану в обмен на обещание уничтожить наших заклятых врагов орков. Они служат Мактаридону, властителю преисподней, чья темная цитадель находится к западу отсюда.
Под его началом они едва не уничтожили мой народ. Но теперь, когда владыка Илидан с нами, мы дадим им отпор и вернем земли наших предков. Мы тоже служим Илидану, старейшина. Хорошо, незнакомцы. Чего мы ждем? Превосходно. Ты прерываешь мои вычисления. Эльф придумал бы что-то получше. Я чувствую магию. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Что ж, начальник всегда прав. Пора в путь. Кровь и пламя! Нам сделаю нашу базу все, напали. Что смогу. Наши войска возмездие. Атакованы! Я чувствую магию с удовольствием. Эльфы крови всегда готовы. Сделаю все, что смогу. Укажи мне путь, ни слова больше. Я чувствую мечта неуловимая. Чего мы ждем? Я готов. Пора в путь. Я живу для того, чтобы мстить. Исследование завершено. Что будем строить? Три плюс константа. Я ну чего тебе? Чего мы ждем? Глубин. Быстрее! Чего что мы будем ждем? Строить? Я теряю терпение. Чего мы ждем? Я живу для того, чтобы мстить. Да будет так. Я готова. Я теряю что будем терпение. Строить? Слишком просто. Я живу для того, чтобы мстить. Хорошо. Легко. Дело сделано. Я чувствую нечто неуловимое. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Кто вообще одобрил этот план? Эльф придумал бы что-то получше. Твой ход. Исследование завершено. Дело сделано. Чего мы ждем? Ты спас мой народ, эльф крови. Веди нас в бой. Я чувствую нечто неуловимое. Не стоит со мной шутить. Как скажешь. За императрицу. Я теряю терпение. Я теряю терпение. Слава эльфам крови! Я слышу зов предков. Я живу для того, чтобы мстить. Пора в путь. Сделаю все, что смогу. Я чувствую нечто неуловимое. Исследование завершено. Да будет так. Дело сделано. Три икс в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Исследование завершено. Мне нужна магия. Укажи мне путь. Чего мы ждем? Энтоэна Кельталас!
пора. Наши войска атакованы! Достаточно золота. Я чувствую нечто... Улучшение завершено. Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Чего мы ждем? С удовольствием. Уже пора. Я живу для того, чтобы мстить. Исследование завершено. Хорошо. Хорошо. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы! Я теряю терпение. Да будет так. Чего мы ждем? Нужен совет почтенного старца. Не стоит со мной шутить. Я чувствую нечто... неуловимое. Чего мы ждем? С удовольствием. Приказ поняла. Эльфы крови всегда готовы. Наши войска атакованы! Недостаточно золота. Исследование завершено. Наши войска атакованы! Я чувствую нечто неуловимое. Хорошо. Слишком просто. Да будет так. Пора в путь. На нашу базу напали! Наши войска атакованы! Куда летим? Стреляй. Нет, 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 все не так. Да я здесь. Наши войска атакованы! Я чувствую нечто неуловимое. Быстрее! Дело сделано. Я теряю терпение. Я слеп, но не глух. Наши войска атакованы! Пора в путь. Где демоны? Это все... легко. Это все... Я живу для того, чтобы мстить. Превосходно. Кто посмел заговорить со мной? Я чувствую нечто... Я теряю терпение. Пора в путь. Хорошо. Превосходно. Хорошо. Чего мы ждем? Кто посмел заговорить со мной? Слишком просто. Пора в путь. Исследование завершено. Я теряю терпение. Во имя Асша. Я чувствую... Старейшина Акама рассказал нам о ваших подвигах. Мы поможем вам во имя владыки Иллидана.
приближается. Уже пора. Исследование завершено. Как привет, юный. Я живу для того, чтобы мстить. Сделаю все, что смогу. Превосходно. С удовольствием. Я теряю терпение. Я исцелю эти земли. Я исцелю эти земли. Я чувствую нечто. Ты прерываешь мои вычисления. Неуловимое. Я готова. Чего мы ждем? Хорошо. Я исцелю эти земли. Волн. Я в твоем распоряжении. Я живу для того, чтобы мстить. Я теряю терпение. Я живу для того, чтобы мстить. Все, что смогу. Улучшение завершено. Наши войска атакованы. С удовольствием. Превосходно. Великолепно. Я теряю терпение. Превосходно.
демоны. Превосходно. Наши войска атакованы. Три икс в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Кто вообще одобрил этот план? Все сделаю, не успеешь и глаз моргнуть. Жду приказа. Слишком просто. Я пою песню морских волн. Я исцелю эти земли. Три икс в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Да будет так. Я жду. Хорошо. Затаив дыхание. Сделаю все, что смогу. Превосходно. Я чувствую магию. Сделаю все, что смогу. Возмездие. Кровь и пламя. Да будет так. Рудник почти истощен. Хорошо. Я чувствую магию. Хорошо. Превосходно. Приказ поняла. Я займусь этим порталом, Гильтас. Мне снова понадобится твоя защита. Я исцелю эти земли. Ты прерываешь мои вычисления. Наши войска атакованы! 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? С удовольствием. Хорошо. Все сделано. Я следую твоему приказу. С удовольствием. Сделаю все, что смогу. Положись на меня. С удовольствием. Ты прерываешь мои вычисления. Эльф придумал бы что-то получше. Да-да, считай, что все уже сделано. Нужен совет почтенного старца? На том и порешим. Чем могу помочь? Дело сделано.
Не стоит со мной шутить. Я живу для того, чтобы мстить. Превосходно. Дело сделано. Сделаю все, что смогу. Да будет так. Привет, Юнга. Ашвала Натуре. Я пою только для тебя. Наш рудник истощен. 3х в кубе плюс константа. Жду ну приказа. Ну чего тебе? Не проблема. Твой ход. Дело сделано. Хорошо, укажи мне путь. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Эльф придумал бы что-то получше. У нас общий. Я слеп, но не глух. Я в твоем распоряжении. И снова кровь зовет меня. Да будет так. Сделаю все, что смогу. Привет, Юнга. Чем могу помочь? Хорошо. Нет, нет, все не так. Учение завершено. Портал закрывается. Держитесь! Мне нужна магия. Мана-мана. Превосходно. Хорошо. За императрицу. С удовольствием. Да будет так. Сделаю все, что смогу. Наши войска атакованы! Хорошо. Слушаю. Приступаю. С удовольствием. С удовольствием. Чем могу помочь? Я жду, затаив дыхание. Быстрее! Приказ поняла. Слишком просто. Ты прерываешь мои вычисления. В чертежах этого не было. Thank you.
Хорошо. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Да будет так. Хорошо. Кильтас, прикрывай меня, пока я закрываю портал. Нет, нет. Все не так. Да есть. Хорошо. Наши войска атакованы! Сделаю все, что смогу. Возмездие! 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Да-да, считай, что все уже сделано. Что ж, начальник всегда прав. Да будет так. Кровь и пламя. Сделаю все, что смогу. Я теряю терпение. С удовольствием. Превосходно. Все сделано. С удовольствием. Превосходно. Хорошо. Превосходно. С удовольствием. Мне нужна магия. Где демоны? Дело сделано. Будет так. Я пою только для тебя. С удовольствием. Дело сделано. Нет, 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 все не так. Да я сделаю. Да-да, считай, что все уже сделано. Улучшение завершено. Я слеп, но не глух. Улучшение завершено. Ты прерываешь мои вычисления. Кто вообще одобрил этот план? Хорошо. Портал открывается, оттуда появляются новые демоны. С удовольствием. Я живу для того, чтобы мстить. Наша воля исполнится. Я жду, затаив дыхание. Хорошо. Портал закрывается. Защищайте владыку Иллидана. Сделаю все, что смогу. С удовольствием. Твой ход. Время не ждет. Эльфы крови всегда готовы. Кто-нибудь ранен? Не бойся. Ха-ха-ха.
Я теряю Сделаю терпение. Сделаю все, что смогу. Хорошо. Приказ поняла. Я жду, затаив дыхание. Чем могу помочь? Мне нужна магия. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Дело сделано. Привет, Юнга. Да будет так. Превосходно. Будет так. Хорошо. Господин, последний портал окружен демонами. Нас ждет непростая битва. Не бойся демонов, Кельтас. Придет время, и они назовут тебя своим господином. Сделаю все, что смогу. Нет, все не так. Да я сделаю. Эльф придумал бы что-то получше. Что ж, начальник всегда прав. Слишком просто. С удовольствием. Да будет так. Я слеп, но не глух. Слишком просто. Я чувствую нечто неуловимое. Я теряю терпение. Легко. Эктеридон вызвал подкрепление. Пора в путь. Я пою только для тебя. Улучшение завершено. Последний портал закрывается. Держитесь. Победа близка. Еще немного, и портал закроется. Держитесь. Улучшение завершено. Нет, все не так. Да я сделаю. Что ж, начальник всегда прав. Эльф придумал бы что-то получше. Улучшение завершено. Ты прерываешь мои вычисления. Да, считай, что все уже сделано. Кто вообще одобрил этот план? Наши войска атакованы! 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Не стоит со мной шутить.
где демоны? Получилось. Все врата закрыты. Теперь Мактаридон не сможет вызвать подкрепление. Верно, Кильтас. Но сил у него пока хватает и без этого. Захватить темную цитадель будет нелегко. Ни на что иное я и не рассчитывал.